Всем привет! Сегодня хочу вам представить новую рубрику. Это охуенные истории из зала. Так, все как вы любите. Будут и анаболики, и дозировки, и кто что ставит, и кто что говорит. Но сразу хочу сказать, это не призыв к действию. Все это вредно и плохо. Это надо делать под надзором профессионалов, врачей и так далее и тому подобное. Вы должны послушать, сделать все наоборот. На ошибках учиться. Погнали! Так, сейчас должна быть спонсорская заставка. Спонсор этого выпуска – Ноксиген. Итак, что бы мне хотелось рассказать в этом ролике. Недавно переодеваюсь в раздевалке и слышу, как парни начинают на заднем фоне говорить: блин, сейчас возьму курс на сушку и, короче, просушусь. Сразу хочу сделать поправку. Нету курса на сушку или на массу. Есть длинные эфиры, есть короткие эфиры. Есть эфиры, которые задерживают воду, есть, которые не задерживают воду. Но смысл в том, что если вы правильно питаетесь, делаете достаточно интенсивные тренировки, делаете кардио, тогда вы можете худеть и на длинных эфирах. Просто кому нравится дырявить жопу несколько раз в неделю, а кому нравится раз-два в неделю. Вот единственное, что также длинные более долго держатся в организме. У коротких на донышке, которые быстрый полураспад, они держатся 1-2 дня. Ну так вот, они обсуждают стероиды, и один такой говорит: я вот сейчас куплю курс на сушку. Я не обращаю на это внимания. В итоге он мне говорит: Егор, слушай, а если я куплю курс на сушку и в марте хочу похудеть, за месяц я смогу? Я ему говорю: слушай, вообще в целом, да. Я говорю, нужно 8 недель лично мне, чтобы похудеть. Ты должен соблюдать дефицит калорий. На что он сразу говорит: это элементарно. У чувака бока и пузо такое, что он свой член не видит. Но дефицит калорий — это элементарно. Окей. И второе, я ему говорю, ты должен увеличить интенсивность тренировок и кардио от 30 до часу. На что он мне говорит: ты что, говорит, вообще, говорит, какой час, какие 30 минут, ничего делать нечего, столько в зале зависать, делать какую-то дорожку. Я говорю: слушай, чувак, ну дело твое, как бы каждый сам выбирает. И он такой мне говорит: а можно как-то без кардио? Я говорю: слушай, можно, да, сделать жесткий дефицит, не знаю, там впасть в кетоз и начать делать суперинтенсивные тренировки и без кардио. Он такой: угу. Я говорю, либо ты можешь, как бойцы UFC, в сауну пойти, сидеть по 3-4 часа, обволачиваться полотенцами, чтобы обезвоживание было полное, тогда похудеешь. И тут он мне говорит: нет, слушай, вообще-то они делают не так. Они за 2 месяца, за 3 до соревнований сидят на клёне. Он, по-моему, вообще не знает, что такое клён. Они сидят на клёне, худеют на нем, а потом они потом чистятся за месяц и выходят чистыми, ни один допинг-контроль их не ловит. Ну что, я понимаю, что здесь спорить вообще не надо смысла с этим человеком, я говорю: делай. И что мне хочется сказать для вас, что если вы у кого-то спрашиваете какую-то рекомендацию, то засуньте свой язык себе в попу и не противоречьте человеку, который сидит на витаминах, и вы какое-то там экспертное мнение свое приводите. Это был первый ролик. Надеюсь, он вам понравится. Кстати, ссылочку на Ноксиген я оставлю в описании в телеграм-канал. При заказе укажите промокод EGOR10 и получите бонус. Всем спасибо. Следующий ролик будет про мой первый курс. Жду от вас обратной реакции. Всем привет. Да. Всем, блядь, привет. Привет, ютубчик. Сегодня хочу представить вам новую рубрику. Фишка этой рубрики будет в том, что... Где мой фломастер? Фишка этой рубрики в том, что мы будем... Ничего мы не будем.